Всем доброго времени суток. Приветствую вас на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас 21 ноября 2018 года. Будем мы откапывать банку с мухоморами. Раньше я это набил 11 октября. Банку мухоморами трехлитровую, прокопал ее на глубину где-то сантиметров 80 в землю, чтобы она, эти мухоморы, пустили сок. Будет, короче, лекарство у нас для растирания, ну и для лечения прочих болезней. Так используем, полезная штука для суставов, если простудили там или так, что залаживал я его, эту банку, 11 октября. Сегодня у нас уже 21 ноября 2018 год. Находимся мы на юге Полесья белорусского. Мы будем откапывать баночку нашу. Пролежала она тут 40 дней. Напомню, глубина около 80 сантиметров. Когда я их собирал, меня спрашивали, на что те мухоморы, они несъедобные. Я там рассказал, для чего. Сам процесс, как я набивал банку, я не показывал. За два подхода. Потому что пошло сюда где-то, если в литрах считать, около 15 литров на трехлитровую банку мухомора. Чтобы плотно набить. Сейчас я откопаю все это дело. Посмотрим, что у нас вышло по истечении 40 дней. Потом эту, все, что у нас там отошло за 40 дней, мы профильтруем через марлю и разбавим один к одному с водкой. И будет уже готовое у нас надобье для растирания. Вон, кот играется, бегает. Ему тоже интересно. Сейчас, наверное, фотик поставлю. В сторонке поставить бы, конечно, одной рукой неудобно копать. Выскальзывая лопата. Ладно, может, одно я откопаю. Уже не так и богато осталось. Даже самому интересно, что тут за 40 дней с ними сделалось. Закапывал, было сухо на улице. Она, земля такая и осталась, не очень, чтобы влажная, суховатая. Ямку, наверное, не буду аж сейчас закапывать. Продолжу фанерой, присыплю сверху землей. Еще мне намечается дело. Будем сабельник делать на стойку. И тоже надо на месяцок прикопать будет. То что мне рыть яму по 100 раз, я старую не буду закапывать, да еще. Сейчас я поставлю котика. О, на кучу с песком буду откапывать. Уже и докопался. Да, наверх ложил, чтобы банку не побить, когда откапывать будет. Так что аккуратно надо. Низ той ямы около 80 сантиметров. Вверх получается на трехлитровую банку вверх. Это около 30. Ну, где-то она там, наша баночка. А вот крышка уже видно.
Вот все, докопался. Чтоб подложить под коленку надо. Чтоб встать. Вот. Там глубина банка наша. Ладно. Идем доставать. Вот видно. Банка. За это. Глубоко так неудобно. Я в пленку замотал, чтобы не грязно было. Все равно руками копать приходится. Так. Попробуй достать. Вот пошла. Вот наша банка. Фу, с мухомором, так. Ямку закрою, чтобы никакая живность сюда не упала, покуда. Так. Потом пойдем на болото сабельник собирать. Наверное, сегодня все-таки схожу. На днях у нас вот снег уже выпал. Снимаем пленочку из банок, из банкирни. Вот что у нас за 40 дней с мухоморами. Такая янтарная жидкость красная отделилась. Здесь у нас крышка. Сверху, конечно, там не очень красивое такое, что тут. Сейчас откроем. На запах посмотреть хочу, что получилось. Ага, крышка тугая. Открыл. По запаху нормально. Думал, будет вонючее что-нибудь, аж нормально вышло. Немного с плесенью поверху. Вон грибок видно по шовикину. А грибка то не должно быть, чтоб. Думаю, аккуратно это все сверху соберу. Выкину эту гниль, что вышло. Все остальное профильтруем. Так как у нас эта жидкость будет в основном для растирки, то думаю, пойдет. Плесень особо не повлияет. Внутрь принимать не будем. Да, чисто для растирочки. Так отделилось, на вид где-то будет около литра, думаю. Профильтруем. Все это дело разбавим водкой. Так, ладно. Банку извлекли. Сейчас все это дело покуда закрываем. Спрашиваем дом. А потом уже вечером профильтрую. Покуда день на улице, еще надо сходить на болота. Добыть сабельника. Это будет уже отдельная тема. Думаю, сниму ролик. Где сабельник растет, как он выглядит. Сейчас зимой то особо по листьях, думаю. Хотя и листья могут быть. Короче, сходим на болота. Добудем сабельника. Ну вот. Такая жидкость красивая. Напомню, что мухомора сюда пошло около, ну, больше ведра. Я его измельчил сюда, набил плотно-плотно. Была плотнющая банка до верха, натрамбована. И вот он отошел-то, где-то грамм 700 вниз пошло.
Конечно, жидкость такая красивая. Рубинового цвета, если видно. Фотик, конечно, не очень мне показывает, снимая. Ну, такая рубиновая красивая жидкость. Все это профильтруем, потом отстоим, думаю, с водкой уже. И еще раз профильтруем, чтобы меньше примесей было. И будет у нас настойка мухомора. Что родственникам раздам, что себе оставлю. Посмотрим. Если около литра получится, то разбавляться наполовину водкой. Вот я прикрыл баночку. Наполовину водкой разбавиться, будет литра два, думаю. Ну, пускай чуть меньше, хай полтора. Для растирания нормально будет. Полтора литра хватит на всех. На тот год еще сделаем. Лишь бы мухоморы были в этом году-то хорошие такие. Я собирал осенью. Многие спрашивали, зачем все мухоморы, они несъедобные. Ну, а так в описании писал там, отвечал на комментарии. И решил снять полностью видео по мухоморам. Ну как, я их сюда в банку тусовал, то я не показываю, затрамбовывал. Расскажу только, дело было так, я в миске большой ложкой крышил мухоморы, измельчал так, чик-чик-чик, мелко-мелко, потом банку забрасывал, ну, чтобы меньше руками браться, а то они такие руки липкие становятся. И понемногу забрасывал сюда и топтушкой затрамбовывал. Потом затрамбовал все это дело. Короче, раз полбанки вышло, и через день потом еще полбанки добавлю и закопал сюда. И вот с полной трехлитровой трамбованной банки вышла такая вот у нас ерунда. Жидкость. Ну, красивая. Самому нравится даже. Короче, болтать я не буду, а то сверху уже там он, что попало, получается. Я соберу эту плесень еще и потом уже профильтрую оставшуюся жидкость. Думаю, шлангом еще солью. Ну, я, скорее всего, что сниму ролик. Только что буду вечером снимать домик. Освещение-то не очень. Постараюсь, чтобы на видео было видно. Сюда опустим трубочку такую тонкую. И ниже поставим другую тару, сольем. Остальное еще через марлю фильтраном. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите продолжение. Всем удачи, до свидания.